и сотри. Well, you tried. Get lost. Проваливай. Чего? Она вообще чисто заблокировала мне доступ, прикинь? Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Мисс Лимон. Да, лимончик такой вот хороший, блин, ну чисто, ля, училка по матише моя. Ля, очки вот прям один в один, офигеть. У меня еще вот шлепа. Ребят, обязательно залетайте в Телеграм, там всякое различное будет публиковаться. Также, если ты меня хочешь как бы забустить, скажем так, поддержать бусти, тоже ссылочка в описании. Да, родной шлепоч, ты будешь мне подсказывать, понял? Давай, давай, подсказывай, давай. Давай, вот тут вот, пока полежишь, поглядишь на меня. Если что, буду к нему за помощью обращаться. Но на самом деле, ребятки, вы тоже там подсказываете. Ну что же, мисс Лимон. Да, звонок для учителя. Вот это. To my class. It's a place where I test young minds like yours and try to find out how smart people can actually be and reward them if they are worthy. So, let's find out how smart you really are. Let's get started. Куда стартуем? У меня класса нет, родная. У меня класс пропал. И что, руки у меня нету? Your time is up. Let's continue. Как? Не, ну в прошлой серии, ребята, если что, да, она нас прибила и... Ну ладно, давай чисто ничего не делать. Хорошо, будет у нас такая концовка. Ладно. Вам нужно быть побыстрее. Ну конечно, конечно, знаю я. Сейчас, надеюсь, не будешь там линейкой по пальцам лупить. Прикинь, раньше типа так, так учили, реально. Ну, это чисто по рассказам бати. Это чисто по рассказам бати, где он там добирался, знаешь, там, не знаю, сугробы, метель, он идет в школу прямо. А сейчас нам, конечно, легко все. Ну, это по рассказам бати, ребят. Мне кажется, каждого, каждый батя так рассказывает. Время, да? Угу. Пока мне нравится. Пока мне все нравится, ребята. А вот тут уже мне подсказывают. Мне, кстати, подсказывают на самом деле. А как играть? Глаз... Ну, одного глаза нет. Как бы... Ну, я прав, я не знаю, ребята. Ой-ой-ой-ой, у меня еще и второй глаз что-то, ой, ребята, накрывает. Ой-ой-ой, родной, ну сейчас вообще ничего не понятно. Что мне там? Вообще ничего жмякать не буду. Ой, она звереет. Балди наш родной. От Балди произошла, что ли? Я не понимаю. Бабушка Балди? Какого фига? Time's up. Next up. Время, время, ребята. Время. Я пока такая спокойная, добрая такая. Это что-то я вспоминаю, знаешь, бабушка была, ну, мем старый, старый. По-моему, 36 гривен, ребята. Кофе. Делайте, делайте. Бабушка говорила, делайте, делайте кофе. Она, знаешь, такая бабушка, божий одуванчик. Вот. А потом, сколько, сколько? И там она сказала, 36 гривен, кофе. Сколько 36 гривен? И там, там прям ужасно все было, ребята. Вот, вот сейчас... Сейчас она превратится в ненормальную бабку, ребята, узнает, сколько кофе стоит. Опа. Ну что же, я гений, получается, да? Ни одного... Я не могу поверить. Are you really that dumb that you can't even choose an answer in time? Я не могу поверить, ты полный дебил, говорит. What I know for sure is that ты, короче, не успел. Any reward from me. What do you mean they will not receive the reward? They definitely deserve one. Что-то ты не получишь награду. Ты получишь смерть. Ну, спасибо. Спасибо, хоть что-то... Что-то я получил. Жесть! В общем, ребята, игры связаны, и это офигеть как круто. А, что в данном случае нужно сделать? Мы даже резетнули там. Надо теперь разозлить мистера Томата. Да. И после... У меня здесь тоже нет глаза. И руки нет. I want to eat some French fries.
Так, да вот другим. Короче, просто надо кормить его не тем, что он просит. Его надо разозлить, и там потом будет вроде как рука и глаз. Поэтому... На, ля, он схавал. Хорош. Какого фига ты? Какого фига ты вообще кушаешь? Стакан! Чизбургер, ладно, суши. Вот тебе пока что. Родной. Нет, нет, вот тебе каннибал, настоящий каннибал. Каннибал, томатный суп он чисто всосал. Так, стейк, мы вот это даем. Все наоборот, ребята, все, побольше, побольше ошибочек. Угу, вот, держи. Слушай, ну эта игра намного проще, чем... Вот тебе еще. Немножечко пожри самого себя. Картошечка. Блин, он так вкусно, смачно жует, что аж жрать захотелось. Блин. I did not ask for this. Вот оно, мы его разозлили быстро. Это оказывается легко. О! Погоди, мы чисто, смотри, в чем прикол. Мы с тобой сейчас не отдали ему и глаз, и руку. Мы к себе это присоединили, понимаю. Мозг. Мозг мне тоже потребуется на самом деле. Блин, куда его вставить? Черт возьми, в черепную коробку быстренько. Надеюсь, этот мозг полон знаний там по геометрии и по математике. Ну ладно, давай его разозлим. Давай его разозлим. Так, ну мне вторая рука не нужна, так что... Give me. Give me. Какой ужасный томат, охренеть. Ну эту концовку я видел. Ребята, у меня, в общем, смотри, была бесплатная версия мистера томата. Помидорчик хочет кушать. Ну вот, ну и все, да, пока. Да. Смотри, там какая-то... Там какая-то была, короче, записка. Записка. Sorry. Смотри! У нас тут появился еще один, номер 6. Еще один код, ребята. Ну-ка. Пусть он ест. Он... Да что за дичь здесь происходит? Я сегодня вообще поиграю или нет? Чё за дичь? Дайте мне поиграть. Да что ж это вообще происходит-то такое? Дайте мне поиграть, пожалуйста. И сюда не пускает. Не, я вообще офигею, если даже сюда не пустит. Во, во, видел? Офигеть, поиграли. Да, 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 отлично, отлично, все, замечательно, нас пустило. Боже мой, пойдет, вообще не говори. Так, что... Что-что я прослушал? Что? У тебя тоже есть игра интересная? Какая игра? Или что? Что-то я сделал? Ладно. Надеюсь, глаз у меня и рука будет на месте. Пожалуйста, я хочу поиграть. Oh. Ура! Мы это сделали! Есть! Есть, ребята. Так. Теперь, что нам нужно сделать, ребята? Поверь мне, там в Мисс Лимон и в Мистере Томата куча концовок. Так, 4, да? Оп. Блин, мне там, там у меня вентилятор, как во ФНАФе, поэтому у меня... Так, это 4. 4. Хорошо, хорошо, ребята. Ну, всегда бы такие примеры. Ну, это же вообще идеально. Минус 25. Спасибо, спасибо. О, май! Уже сложно пошло. Так, тут у нас получается минус 10. 25. Awesome. Next. 18. Так, 20. Какие легкие примеры. Awesome. Next up.
Да. Умеем. Офигеть, ни одной ошибки. Вот это да. Да? Ни одной же? Так, увидимся скоро. Короче, мы накопили 55. Что мы можем с тобой купить на 55 звезд? Значит, какой-то у нас есть артефакт. Левитейшн артефакт. Легендарный. Легендарка, что ли? Ребята, так, дальше Golden Pen. Угу. Понятно. Вы потеряете 3 стара. Короче, за неправильный ответ, я так понимаю. Ага. Хрупкий пиги-банк. Офигеть. Это мне сколько ж на него это. Надо копить и копить. Хотя, господи, опа! Опа! А это что-то интересное! 55 как раз! Маленький девайс генерирует. А вот это интересная штука. Ребята, The Gen 1-1. Вот это интересно. Погоди-ка. Что это такое у нас? Стар трофей. Стабилизатор. Апгрейд. Вот это, короче, штука та, я так понимаю, да? Create items. Энергия. Смотри-ка. Манеки Неку. У меня пока нету. И хай-тек блендер. Блендер поможет комбинировать еду better? Погоди! Это что-то... Погоди, блендер! Стоп! А зачем нам блендер здесь? Или это в мистере Томате? О, блин, офигеть, игры связаны. Так, то есть если мы... Погоди, ты хочешь сказать, если мы здесь его купим, то мы купим... Появится он в мистере Томате. Интересно. Офигеть. Так, ну ладно, хорошо. Хорошо, ребята. Блин, я боюсь, что дальше у нас будет. Так, ну что же, а погоди. Итемы. Значит, у нас есть молоточек. У нас есть молоток. У нас есть сдуватель. Да, потому что я знаю, что там будут эти какие-то там пилюльки. И 250 стоит ключ. То есть, по факту, нам бы, конечно, что-нибудь такое-то бы купить, да? Давай, я не знаю, попробуем эту штуку купить. Ребята, кто знает, молоток дает неограниченное время для ответа. Серьезно? Но это, видимо, только один, да. То есть, как бы... Ну, такое. Хотя мы на 55 звезд можем и закупить, да? Ты таймер ломаешь этим молотком, капец! Но вот этот девайс что делает? Ребята... Что вот этот-то будет делать? Сейчас, погоди-ка. Секундочку. Родной. Да, все хорошо. Он ноль к примерам подставляет. М7, да, ребята, если что, М7 был. Так, слушай, это честно скажу, это просто капец, офигеть. И они, главное, связаны, это вообще круто. Он ноль к примерам подставляет. Ну, давай, я не знаю. Давай попробуем купить. Почему бы и нет? А? Надеюсь, я не зря это сделал, ребята. Ну, вообще, господи, ну второй урок, ребята. Что здесь может пойти не по плану, что ли? Тут все. О, смотри, эта штука, вот она! Вот штука! Геометрия. Раз, два... Блин, нет! Раз, два, три, четыре, пять... Где-нибудь... Что же может пойти не по плану? Так, раз, получается, треугольник. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь? Или вот это тоже считается? 8, 9, 10. Да блин! Так, поиграли, ребята, такое чувство. Ёкарный бабай, сколько? Раз, два, три. Ну тут-то точно три. Мемори, нет! О май! Так. Капец. Next up. Так, короче, вот это вот полная дичь. Так, ага. О май. Да, вот так вот, да? Awesome. The next problem is... Ну тут...
Вот всегда вы такие. Всегда вы такие. Good job. Next up. Эта штука мне будет помогать? Помогай! Блин! О май, квадрат, по-моему. И что-то еще там. No. Ну, все, пофиг. Блин, я только это начал. Нет, 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 да лучше математику дай мне. Раз, два, три. Три, 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 три. Right. Слава богу. Отлично, отлично, ребята. Раз, два, три. Awesome. Next up. Раз, два, три. Так, три, четыре, пять. Да, дай! Пять. Раз, два, три. That's wrong. Let's continue. Да, четыре там, да, было? Да заколебало ты меня уже, охренеть, меня уже накрывает, охренеть! Раз, два, да блин, там... А-а-а! Родная! That's wrong. Next. Так, слава богу, три. Вот побольше бы таких мне. Слушай, а как бы, может, как-то ее можно успокоить, чуваки? Мемори. Заполненные. Good job. Next up. Так, окей, заполненный, заполненный. Ладно, сейчас мы с тобой... No. Надо, короче, успокоиться. Надо успокоиться, чувачки. Attention. Attention, конечно же, attention. Так, фух. Так, 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 так. Блин, мне это вообще не нравится! С! С! Good job. Есть. Okay. Эта игра просто you меня вообще... испытывает. Семь. Семь. Ты помнишь, что я вначале сказал? Что же может пойти не по плану, родной? Что же может быть не по плану? Офигеть! К такому меня жизнь не готовилась, серьезно, ребята. Ладно. Ладно, ребята. Ладно. Это, погоди, ты хочешь сказать, что с прошедшим, братишка? Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Короче... Так, а может... Погоди, сколько у нас? 45. Ага, что ж мне на такие шиши купить? И ты мы. Милая игра. Что-то не страшно. Да, блин, да, пока что не то, что страшно. Я просто офигеваю от того, что... Пилюльки. Погоди, вот может они как бы помогут нам, а? А? Может пилюлечки нам? Big Pills. Попробуем их купить. Предметы из томата передаются в лимон. Попробуй в томате на конфету накопить и дать конфету лимону. Так. А, ну, тут, я так понимаю, ничего не будет. Да. Мы опять же обнулили артефакты. Угу. Вообще ничего. Погоди, это что такое? Погоди! Блендер я помню! А вот это что? Прайс ноль! Ледзе. А что это такое? Погоди, покупать, ребята? Это... А, короче, это пока можно не покупать, ребята. Череп вроде как. Но это череп... Не, я вижу, что это череп, ребята, но... Короче, он, я так понимаю, пока не нужен. Потому что если мы купим нож, вот, мне там написали, а это 500 надо заработать, вот тогда, да, он понадобится. А пока что... Да, понимаю. Так что можно пока на это забить. Хотя, может, возьму. Не, а прикинь, она еще и расстроится. Или начнет агрессивно себя вести. Пока давай не будем так делать. Мы начинаем урок. Ребята. Блин, как я ненавижу геометрию. Так. Е. 1, 2, 3. Не могу! Не могу, ребята! Я купил в мистере Томате и не могу! Блин! Я не могу. Я не могу почему-то. Так, тут 9. Это плохо. Это определенно плохо, ребята. Awesome. Да. Let's continue. Так, 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 11, да? У нас получается, да, 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 да. Все правильно, все правильно, ребята, тут ошибки лучше не надо. Так, ну, слава богу, все знают, все понимают.
Ой, родной, 3 там будет у нас. 25, 50, 53. Стоп, 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 стоп. 25, стоп. Ладно, пойдет, пойдет, пойдет. Что-то я разволновался, потому что предметы мы с тобой нифига не можем сделать, и меня это напрягает. Почему они у нас не перелистываются? Может, мы в томате не взяли их? Я не понимаю, ребята. Да ёкарный бабай! Так, 46. Все нормально, нормально, нормально. О! Наточка, сорокет, сорокет. О, блин. Да блин, я там сразу шестерку. Ладно, ну ладно, разозлил на однерку, это фигня. Но тут 55 бы дали. Так, хорошо. Мы выходим отсюда, мы заходим в мистера Томата. Погоди, может я не взял в руки эти предметы или что? Что вот ему не нравится? Но у меня эти предметы есть, ребята. Давай попробуем тут. Итак, мистер Томата, погнали. Welcome back. I'm very hungry. I want a steak. Стейк ему надо. А как листать? Как листать предметы? Вот, короче, сейчас покажу. Надо на все копить. Смотри. Ну, короче, у меня тут, вот видишь, красные. Там ножницы. Там чисто ножницы, родной. Геометрия, не отстой. Геометрия достала. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ноль. Как мне перелистать-то предмет? У меня там 100% есть. Почему он не перелистывает? Чуваки. Стрелки. Спасибо, бродяга. Спасибо тебе огромное! На стрелке, оказывается. Прикинь. Спасибо, родной. Спасибо тебе огромное. Так, короче. Ну, давай, наверное, сегодня его покормим еще же. I want some chocolate soup. Chocolate soup. Хорошо. I want a glass of water. Так, хорошо. Ну, в принципе, тут I легко. Want an apple. Вот тебе яблочко. I want sushi. Суши. I want some ice. Блин, это I самый клевый чувак, потому что тут все легко. I want a carrot. Так. I want a carrot. Нифига ты, Морковкин! Какой? I want some chocolate cream. Ага. О. I want to eat some French fries. 110 уже, ребята. I want a steak. I want some tomato soup. I want a glass of water. Пока I все идеально. Strawberry. I want a donut. Так. I want some tomato soup. I want some spaghetti. I want an ice cream. Он сказал ice cream. Ты понимаешь? Ты понял прикол? Вот оно! Их ты говнюк маленький. Ketchup. Томатный говнюк. I want some ice. I want a cheeseburger. I want some chocolate soup. Так, okay, мы прошли, ура! Visit me when I will be hungry again. Шикарно. Ангер 0. Ребята, Bye. Теперь, ребята, сюда мы возвращаемся, да. Фух, помидор жрет томат. Вообще ужас. Welcome to my game. Так, в общем, ребята, мы, если что, купили предметы у мистера Томата. Теперь надо нам полюбасу на 45 взять ветродуй. Да, мы его купим, пусть один будет. Молоток, ну, 100% пригодится. Пилюльки, я не знаю до сих пор, что они делают, ребята, но напишите, если что. Вот это, кстати, клевая штука. То есть можно, по идее, воспользоваться. Это как чит. Так, ну попробуем так. Да, это если что, вторая у нас... Второе занятие, поэтому тут должно все пройти гладко. Так, да, ветродуй есть. О, ножницы! Конфета есть, ребята! Реально!
А что можно с ножницами делать? Так, попробуем. Это работает! Блин, ну только я, конечно, молодец на таком легком... Это сделал, ребят, ну хотел проверить, правда, я очень хотел проверить. Также у нас ветродуй есть. Да, ножницы, я даже не знаю, что можно... Что ножницами? Очки подпортить. Конфета есть, то есть если у ней там начнется вот это вот припадки эти сраные. Вот. Теперь мы с тобой, как гении, можем посчитать, сколько же это будет. 21, ну это понятно. Сверхразум, там, здрасте. Сверхразум вошел в чат, реально. Реально чел с таким ником. Сверхразум башки. Так, ну что же, вот как бы так. Когда там голова кружится, то так таблетки надо использовать. А, вот оно что, я понимаю. Пилюли головную боль снимают. Угу. Awesome. Next. О, мы смогли. Сколько это будет? Родные! Да. You are right. Next. Next. Что ж так тяжело-то пошло, родной? Что awesome. Ж так тяжело-то? Ой, родной! 5,8... 40? 40? 40? You are right. 40, 40, родной. Забыл уже умножение. Офигеть, офигеть, родной. Геометрия! Нет! Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. You are right. Next up. Ух, родной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Семь, наверное. Семь, да? Пожалуйста. That's wrong. The next problem is... Блин, там каждый еще надо считать. Раз, два, три, 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 три. No. Да как нет-то, блин? Я тебя ненавижу! Раз, два. Погоди, вот эти, раз, два. Раз, два, по идее. Раз, два, да? Раз, два, ну... No. Да как? Я ненавижу геометрию. Я ненавижу, чуваки. Раз, два, три. Да, попу подотри, блин. That's wrong. Oh, no! Погоди, родная, успокойся. Раз, два, три. Что там? No. The next subject is... Так, тебе конфету надо. Полюбасу, тебе надо конфеточку. Сейчас, родная. Да ёкарный бабай, ты вообще офигела, что ли? You are right. The next problem is... Ой, мама! 90... Good job. Next. Что так сложно пошло? Что Good так job. Сложно Let's пошло? Continue. Да у меня мозг уже не на это заточен! Какого фига, блин? 89, 89, 91, 98, 89, 89. Next up. Ох, блин, ты вообще офигела. Good job. Okay, that's all for now. Пойдет. Блин, тут думать надо, что ли? Тут надо думать? Да что ж за игра-то такая? Да. Так, ладно. 69 у нас. Ладно. Угу. Блин, ну идите. А, кстати, череп пропал? Смотри, череп пропал. Удивительно. Или погоди, ну-ка. Где он не там был? Короче, может, что-то такое бы взять нам что-нибудь? Вот хотелось бы, если честно. Ветродуйка есть. А, молоточек, пару молотков мы купим. Пилюльки мне необходимы. Вообще, прям как не знаю что. А, ну, в принципе, пока все. Молоточков побольше купи. Точно, родные, точно. Мне там, если что, подскажут. Вот, 4 молотка, 2 ветродуя. Все. Все нормально. Третья лекция, ребята, третья. Welcome back. Let's continue. The next subject is memory. Памби. Моя любимая. Кружочек, кружочек, два этих. Так, тут, слава богу, я могу, да? Кружочек, два этих. Так. И треугольничек. You are right. Так, начало, начало неплохое. Так, закрашенное и тут эти. Блин.
Блин. Так. Awesome. Let's continue. Так. Опс. Так. Два прочер... Да нет, да блин, вы заколебали. Я вообще не могу. Ну что это такое? Ну что это за фигня? Треугольник, и там, по-моему, был... You are right. The next subject is... О нет. О нет. О нет. С. Good job. Next. You are right. С. Next up. А. You are right. Let's continue. Молоточек. На. Так, ну по факту тут, наверное, не молоток нам нужен был, ребята, потому что, ну что это такое, да? Да, там, видишь, Б, С, А, как я вообще пойму? То есть нам по любасу ветродуйка нужна. Ну, попытаем. Офигеть. Офигеть, она рабочая, она работает, работает, ребята. Так, ну тут уже, ладно, мы с тобой С. Офигеть, все так просто. С, наверное. Awesome. Let's continue. Повезло, повезло. Это называется повезло, повезло. Чуваки. А. Good job. The next это повезло, повезло. Math. Математика. 73. Good job. The next problem is... 35. Так! Да вы охренели, что? Там 30 должно быть, там... А почему я просто не могу выбрать, понимаешь, в чем прикол? Блин, опять ветродуйку. Короче, 30-очка. Да, ветродуйк больше нет. Но мы конфету, если что, там... О-о-о. Я ненавижу просто это! Раз, два, три, четыре. Там больше, да? Да ни хрена себе, откатило меня! Раз, два, три, четыре. Good job. Next. Офигеть, она откатила меня! Так, ладно, тут мы посчитаем, родной. Офигеть, ты меня откатила. Ты видел, сколько она вообще? Дай конфету. Че, пора? А погоди, она может реально такая ненормальная. Дай-ка конфетку, дам ей. Пора. I don't really like candies, but I will take one. I guess. Thanks. О, она, я испугался, она сказала, я не люблю конфеты, но я возьму одну. Офигеть. Четыре томат бы там, я не знаю, душу продал бы за эту конфету, ты охренела? Офигеть, ну ты вообще, я не знаю. Так, ладно, давай посчитаем, что мы с тобой. Значит так, треугольники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть треугольников, да? 6. Это получается 7. Это получается 8. Это получается 9. 9 же? Вроде 9. Ну, но это не может быть. 9. 9, пацаны, да? Ну не может же... Где? Вот именно как один этот считаться. Потому что тут же вот у нас... Там вообще капец в чатике. 12, 10, 13, 11, 6, 10... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Капец. Семь. Восемь. Девять. Погоди, так это еще вот так вот? Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Ну это просто вообще, я не знаю, охренеть. Так, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть у нас. Дальше, вот, смотри. Семь. Восемь. Ля родной. Ля родной просто. Я не знаю, все, ладно, давай, короче, 13 выберем. Или что? 14, давай. No. Ну, конечно. Так,
Раз, два, три, четыре. Good job. Спасибо, но у меня пилюльки были, кстати, если что. Attention. Б. Awesome. Next. Ветродуй! Нету ветродуя. Б. Да? Блин, это не Б. Ладно, фиг с ним. Забили. Как здесь без ветродуя жить? No. Let's continue. Да офигеть, мне конфеты, это не помогло нафиг. По башке бы тебе настучать, блин, мисс Лимон! Не, ну я тут без ветродуя ничего. И тут надо 10 ветродуев покупать. Первым делом. Просто первым делом, чуваки. No. Да, ёкарный. Короче, нам нужно... Нам сейчас нужно... Так, ну тут раз... Два, три. Три. You are right. Да. Okay. Тут ладно, тут нормально. Ох, мы еле как выжили. Ох, в данный момент, ребята, нам сейчас что нужно сделать? Во-первых, это по-любому. Блин, она вообще хватит, это же надо сколько? Молотки, вот это нужно, я не знаю. Нам нужно 3 конфеты как минимум. Так что мы идем, мистер Томаты, ребята. Конфету больше не может. Она сказала только одну. Примет. Это очень здорово. А может мы просто-напросто нож возьмем у мистера Томата и все? Вот что я подумал, а? Ребята. Ну тут прикол заключается в том, что нам же надо разблокировать. То есть ты прикинь. То есть она больше не примет, офигеть. Офигеть просто. Да. Но можно и без черепушки просто ножи воткнуть, мне пишут. Ага. Слушай, ну давай, наверное, попробуем. Окей, все. Он наполнил свое брюхо, ребята. И теперь, ребята, мы покупаем вот этот нож. Все. Купили мы нож. Заходим, мисс Лемон. Да. Ух, да, наконец-то, ребята. Welcome to my game. Так, мисс Лимон. В общем, у нас, что на данный момент? У нас всего один, ну, у нас молоточки есть, да, это все есть, конечно, ребята. Тут мне, кстати, написали, да, то, что надо бы череп бы, а черепа... Да, черепа сейчас нет. То есть это как-то можно вначале было получить, сейчас уже все. Уже нельзя. Вот, но, типа, написали, что нож можно сделать. Поэтому давай, погнали, поглядим. Так, урок, звонок. Так, ладно, сейчас. Let's continue. Да, нож есть. И смотри. Well, you tried, to say the least. But you can't kill me with some random piece of metal that you found. Ну что ж, ты пытался, ты не можешь меня убить, короче, куском металла. Короче, now I know what a terrible person you are. And твой план провалился. I will make sure that you won't hurt anyone else. Get lost. Проваливай. Все! Она просто меня... Типа, вышвырнула и все? Ну-ка, поглядим, что будет. Чего? Она вообще чисто заблокировала мне доступ, прикинь? Get lost. Погоди. Я не позволю здесь находиться. Офигеть, она даже к мистеру Томата меня не пускает, ты прикинь? Капец! Ну, проект Ураборс, нас и там заблокировали давно-давным, ребята, поэтому... Я не знаю, вот как вот это вот, ребята, решить? Как мне это сделать? Если кто знает, напишите, пожалуйста, потому что я не знаю, что мне делать. Так, давай... Ага, все отлично. Все заново теперь. Ух, мама, офигеть.
Так, ну что же, мы резетнулись. И теперь что я думаю, ребята? Я думаю, теперь можно взять артефакт. Не, или это может... Давай, короче, и так серия сейчас большая. Давай это на следующую серию сделаем. Вот, попытаемся, посмотрим, что там будет. Поэтому, бро, если тебе нравится, обязательно ставь свой жирненький царский лайк. Залетай в Телеграм. Там уведомления намного лучше приходят. Бай-бай, дорогой братишка.